То есть для того, чтобы его завести, нужно вот флажок в это положение поставить, соответственно, закрываем воздушную заслонку. Затем включаем зажигание. Потом легким движением руки. Вот. У него существует три скорости. Первая скорость сюда ставим. Потом между каждой скоростью у нас существует здесь нейтральное положение. У вас здесь указано, продемонстрировано. То есть две скорости у нас идут вперед, и третья у нас идет задняя. Чтобы завести этот мотоблок, просто надо назад лопочку и вверх.